Акции по наведению порядка в областном центре стартовали с первых дней весны и постепенно все больше набирают обороты. За практически месяц проведения в них приняли участие сотни берестейцев. В очередной раз дело за молодежью. На уборку территории мемориального комплекса «Брестская крепость Героя» вышли активисты БРСМ, студенты и учащиеся учреждения образования города. Здесь больше не как уборка идет, а больше как духовное такое просвещение для нашей молодежи. И вот сегодня конкретно мы убираем именно в Брестской крепости, то есть это историческое место, духовное, культурное, поэтому сегодня мы решили убраться именно здесь, потому что помощь, на самом деле, огромнейшая территория, и, конечно же, помощь нужна. Мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой» в год 80-летия начала Великой Отечественной войны будет в списке духовных святынь Беларуси в числе первых. Именно поэтому такое особое внимание наведению порядка здесь отводит молодежь. Конечно, уборки здесь и так проходят регулярно, однако комплекс сам по себе достаточно большой, поэтому для его благоустройства нужны немалые силы. Фронт работы ребята разделили на несколько участков. В каждом юноши и девушки занимались уборкой сухих листьев и веток, оставшихся после зимы. Работается хорошо, потому что как бы надо помогать комплексу. И как бы это место как бы должен каждый человек здесь посетить. Понять, какую боль пережили наши предки также. Погода благоприятствовала выполнению этой важной миссии. Да и молодые люди пришли на работу в хорошем настроении, потому что понимают, то, что они делают, их прямая обязанность, как наследников Великой Победы, чтобы в эти весенние дни ни один памятник, ни одно воинское захоронение не осталось без внимания тех, кто благодаря подвигу героев сегодня имеет все шансы работать и учиться на белорусской земле.